Актюбинская молодежь первая принимает эстафету республиканского экологического моста «Казах елим жасыл жерым». Он проходит в рамках проекта Алии Назарбаевой «Жандану» и реализации концепции по переходу Казахстана к зеленой экономике. Цель экодвижения – привлечь внимание юных казахстанцев к решению экологических проблем. Формат встреч прост, но в процессе ребята получают важную информацию о том, как нужно жить в согласии с миром, самим собой и природой. Организаторы мероприятия планируют объединить за время проведения КАМОСТа более 15 тысяч казахстанцев. Самые активные представят свои регионы на втором национальном экологическом форуме молодежи. Он запланирован на весну следующего года. Я участник этого форума, первого национального форума «Жандану». И для меня это большой опыт, потому что я сам эколог. Я понял то, что экология – это первым делом воспитание. Воспитание наших родителей, а также умение вести себя в окружающей среде. Актюбинцы полностью за этот проект. И мы готовы всегда им помогать, поддержать. И мы всегда за них.